Браконьеры убивают дельфинов. Десятки трупов животных обнаружены на морском берегу в районе села Вилково Килийского района. Причиной гибели стали незаконно установленные рыболовные сети. Как сообщает председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, дельфины запутались в сетях и погибли от удушья. Обнаружив мертвых животных, браконьеры выбрасывают трупы в море. Килийский райсовет направил заявление в полицию и прокуратуру. Эти дозвола, разрешения на лов калкана дают налево и направо, кто больше заплатит за то, чтобы ловить. К сожалению, потом никто не контролирует. Дельфины не могут разобраться, что это за сети там находятся, и они попадают. Ходимо, но как в Европе, например, ставить специальные отпугиватели дельфинов, чтобы они к сетям не подходили. Хотя это очень сложно, конечно. Но главная проблема – отсутствие эффективного контроля со стороны государственных органов. Мертвых дельфинов не раз находили на побережье от Дуная до Тильгульского лимана. И, очевидно, нынешний случай не последний.